Самолет не похож на военный. Судя по звуку, он упал где-то неподалеку. Что там по делу той девчонки, которую застрелили? Дело было закрыто за недостаточностью улик. Подозреваемый есть, но у него железное алиби. Да? Попробуй докажи это ее отцу. Сегодня утром соседи нашего подозреваемого вызвали полицию. Увидели, чтобы его дом хотел влезть отец этой девочки, и при нем нашли пистолет. Фух, даже не могу представить, каково ему сейчас. Ладно, Томас, забей. Пойдем лучше перекусим. Похоже, в самолете никого нет. Проверять я не буду.
Так, нужно найти выход. Не стоит здесь задерживаться. Thank you.
Эй! Выпусти меня! Нужно найти способ выбраться из этой клетки. Этим можно сломать замок.
Похоже, в бочках радиоактивные отходы. Но у меня нет выбора. Нужно проскочить. Когда прошел возле тех бочек с радиоактивными отходами. Это нехорошо. Иди сюда, я могу тебе помочь. Куда ты идешь? Не уходи, я помогу тебе. Сюда на своей лодке. Я все думал, откуда я тебя знаю. Но потом вспомнил. Ты тот самый детектив, который расследовал дело моей дочери. То самое дело, которое ты так и не смог распутать. Но теперь это не важно. Я сам нашел того, кто убил мою дочь и отомстил ему. Она с тобой словно свела судьба. Удивительная штука эта жизнь, да? Сегодня ты жив, а через секунду уже мертв. Так, нужно найти выход. Не стоит здесь задерживаться. Самая грязная раковина в мире. И снова клетки. Взять и покинуть вечеринку. Веселье только начинается.